И еще о происшествиях. Легковой автомобиль врезался в автобус и пробил ему топливный бак. Видео аварии на перекрестке Взлетной и Березина с камер наружного наблюдения появилось в социальных сетях. Около 8 часов утра водитель 21-й маршрутки решил проскочить на красный. На перекрестке в него и въехала Toyota Carina. После столкновения автобусный бензобак оказался пробит, и все топливо вытекло на проезжую часть. Возникла опасность возгорания. Пассажиры быстро покинули салон. После пожарные смыли солярку водой. Водитель маршрутного автобуса номер 21 двигался на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с водителем легкового автомобиля Toyota Carina. В результате дорожно-транспортного происшествия произошел разлив топлива. По предварительной информации, в автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате аварии пострадавших нет.